Эля, приветствую, поздравляю тебя с прекрасным дебютом, приветствую. Ну, каковы эмоции, дебют в такой большой лиге, при большой аудитории, что чувствуешь? Альхамдулилля, все отлично прошло, очень рад. Как твой тренировочный лагерь, где готовился, с кем, кто помогал? Готовился в Дубае с братом, с братьями, спасибо всем, хочу их поблагодарить, отличный лагерь. Хамзат, ты... скажем так, в амплуа тренера всего в сегодняшнем поединке. Доволен всем? Да, конечно. Тяжело работали. Али скромняга, сам видеть не можешь. Там интервью первый раз, да, тяжело. И мне было тяжело первый раз, когда выступал. Сейчас уже привык. А Али как взрослый, знаешь, 17-16 лет, брат. Тяжело трудился, как я. Со мной каждый день, утром и днем, вечером. Пахал. Все. Дали хорошие плоды уже. Выиграли свой бой. Сейчас поедем домой. Поздравим нашего президента, иншаллах. Эли, где-то во время поединка чувствовал себя в опасности? Какие-то удары доходили до цели? Я не помню, честно. Все так мигом эмоции. Прошло. Да, все так мигом прошло, я даже не заметил. А когда ты попал, чувствовал, что сейчас ты уже завершишь этот поединок или настраивался на все три раунда? Вначале, да, а после первого нокдауна думал, в первом завершится поединок. Хамзат, Эли ничего не помнит, ты, как тренер, опять же, где-то чувствовал угрозу, где-то нервничал? Да, вначале очень сильно волновались, парень тоже непростой, чемпион России, как и как. По самбо тоже выступал, тяжелый соперник был, а Эли тоже, ну, опыта мало у нас было, мы по боксу выступали, сейчас по ММА первый раз такой профессиональный еще, и мы узнали на бое, там, неделю там было нам время, и узнали бой, и сразу приехали сюда, все. Было опасности, были тяжелые удары, пропускали, тот тоже пропускал. Ну, мы в хорошей форме были. Я его знал, после прохода парень устал, я ему сказал, дави его, и все уже там потихоньку завершили бой. Эли, насколько психологически непросто выходить на такую большую арену для дебюта, зная, что за тобой смотрит вся республика, зная, что у тебя в углу Хамзат Чимаев, который, скажем так, проводит иностранную экспансию другой лиги. Насколько это эмоционально для тебя непросто, и ты был заряжен? Да, я был очень заряжен. Очень сложно было под таким давлением уходить. Ребята, я вас от души поздравляю. Отличная победа.